Всем доброе утро! Вы смотрите шоу «Утро дома». И ближайшие 2,5 часа вы проведете их вместе с нами. Анастасией Косиловой, Константином Октябрьским, Славой Толчиным и, конечно же, Чабой Бакашем. Как всегда, мы сегодня подготовили для вас много чего интересного. А именно, новые инклюзивные куклы Барби. Расскажем о городе, в котором совершенно не пропускают пешеходов на зебре. Кстати, город не в Украине. Зачем есть петрушку и вчерашний хлеб? Ну, кстати, Чаба Бакаш сегодня для нас приготовит томатный суп из овощей гриль. Расскажем о обуви из валеной шерсти. Поправочка, она может быть стильной. А еще покажем, как выглядит поезд, который буквально летает над рельсами. В общем, как понимаете, у нас сегодня много-много интересного. Не забывайте подписываться на наши странички в соцсетях. Мы их с Facebook, Instagram, YouTube и TikTok. И помните, что в выходные вы тоже можете оставаться с нами. Именно тогда мы показываем лучшее, что было в наших эфирах за всю неделю. Начинаем. Давайте. Костенька, да. Что ты сегодня приехал на работу на машине или, может, пешком? Только на машине. Только на машине? Да. Ты упрямый, как слон. Ведь ты мог сегодня отметить Международный день без автомобиля. 22 сентября. Такой чудесный день. Буду сегодня не как все. Завтра отмечу. Точно как слон. Кстати, сегодня еще и Международный день слона. А еще и носорога. Выбирай, кем ты сегодня будешь. И что? К чему это все? Ладно. Сейчас у нас рубрика «День в истории», и ты узнаешь все об этом замечательном. Второго сентября 1888 года из печати вышел первый номер научно-популярного географического журнала National Geographic. Издание было основано Национальным географическим обществом США. По большей части журнал специализируется на темах, связанных с наукой, природой и историей. На его страницах представлено множество уникальных фотографий живой природы. Сегодня National Geographic выходит почти на 40 языках и издается во многих странах мира. В этот день, в 1895 году, во Львове родился известный голливудский актер Пол Муни. Спустя 4 года он вместе с семьей эмигрировал в Лондон, а затем в США. Творческую карьеру Муни начал в 12 лет. Наиболее известен по роли ученого в фильме «Повесть о Луи Пастере». Эта работа принесла Полу Муни Оскар за лучшую мужскую роль. Не менее успешными стали работы в фильмах «Жизнь Эмиля Золя» и «Хуарес». 62-й день рождения отмечает сегодня народный артист Украины Борис Барский. С 1984 года и по сей день неутомимый весельчак служит в Одесском театре «Маски-шоу». Культурное учреждение попало в Книгу рекордов Гиннесса за самый длительный срок существования в бессменном составе. Украинскому зрителю Борис Барский известен прежде всего как участник юмористического телевизионного проекта «Маски-шоу». Кроме того, Барский еще и писатель. На его счету 5 пьес и 4 сборника стихотворений. Ровно 41 год назад началась Ирано-Иракская война. Армия Ирака перешла реку Шат-эль-Араб и вторглась на территорию Ирана. Вооруженному конфликту предшествовало желание каждой из сторон стать ведущей державой Ближнего Востока. Ирано-Иракская война стала одним из самых кровопролитных и продолжительных конфликтов второй половины 20 века. По разным оценкам, за 8 лет погибло более миллиона военных и гражданских с обеих сторон. 22 сентября исполняется 27 лет культовому американскому сериалу «Друзья». В центре сюжета – жизнь шестерых молодых людей в Нью-Йорке. Главные роли исполнили тогда еще малоизвестные актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтью Перри, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, а также Лиза Кудроу. Комедийный сериал молниеносно обрел популярность. Он состоит из 236 серий, объединенных в 10 сезонов. Финальный эпизод в 2004 году посмотрело свыше 50 миллионов зрителей. Сериал «Друзья» — один из самых успешных проектов в истории телевидения. На счету ситкома 56 различных наград, среди которых 6 премий «Эмми» и «Золотой глобус». А каким будет 22 сентября 2021 года, зависит от каждого из нас.